В этом году первый раз в рамках проведения 6-го международного турнира косарей был объявлен конкурс «Коса модель RT-2016». Инициаторами проведения конкурса выступил портал фермер.ру и открытое акционерное общество «Артинский завод». Первая участница — Мангилева Наталья Евгеньевна, поселок Арти. Встречайте, люди добрые! Волобуева Алевтина Николаевна, село Пушкарева, Свобода, Туринский район. Ну и воздушный поцелуйчик всем нашим. Ай, красота какая. Участница под номером 3, Разумкова Юлия Владимировна. Аплодисменты. Поселок Арти. Аплодисменты Юленьке. Ай да молодцом. Шибагудинова Наталья Николаевна, номер 4, город Ячменевка, Алапаевский район. Вот они, наши русские красавицы. Номер 5, Юношева Анастасия Николаевна, город Курган. Отлично! Публика повеселела сразу, ох. Номер 6. Скрябина Анна Петровна, поселок Ханчагай, Республика Саха-Якутия. Ваши аплодисменты! А это молодцы! Вот как мы друзей-то наших приветствуем. Участница под номером 7. Ретнева Елизавета Федоровна, город Невьянск. Поляна, поддержи! Молодцы какие! Участница под номером 8. Хилязева Гульнара Рафисовна, село Зигулово, Артинский городской округ. Молодцы! Итак, встречаем участницу под номером 9. Зарипова Фанзиля Ямиловна, село Красная Горка, Республика Башкортостан. И ваши аплодисменты! Ах, какая у нас поляна сегодня хорошая, активная! Участница под номером 10. Игнатченко Ольга Аркадьевна, город Березовский. И вновь наша гостья. Участница под номером 11. Огородникова Ольга Викторовна, город Ревда. Какой город? Город Ревда. Она Витальевна просто. Витальевна, прошу прощения. И участница под номером 12, у нас их оказывается 12, а не 11, Разумкова Елена Анатольевна, Арти. Поляна, ну-ка, поприветствуем Арти. Теперь у них конкурс «Визитная карточка участницы». Короткое представление в виде стиха, частушки, песни, речевки и так далее, в которой они рассказывают о себе, не более одной минуты. Новый конкурс входит в моду под названием «Мисс Коса», и известными народу станут наши имена. Добрый день, мои друзья! Юля Разумкова я, на Артинском заводе сегодня я тружусь. К работе я с симпатией глубокой отношусь. Талантов во мне много, весел характер мой. Любим и сердцу дорог, Арти, мой край родной. Смотрите, я достойная сегодня победить. Мила, умна и стройная, умею и косить. Стихи вам прочитаю, с улыбкой я своей. Достойно предисталая, что здесь не говори. Пахнет сеном над лугами, в песне душу веселя. Бабы с граблями рядами ходят сено шевеля. Там сухое убирают, мужички его кругом. На вас вилами кидают, в
хвост растет, растет, как дом. В ожидании конь убогий, точно вкопанный стоит, уши врозь, дугою ноги, и как будто стоя спит. Только жучка удалая в рыхлом сене, как в волнах, то взлетая, то ныряя, скачет лая в попыхах. Красива и умна, обычная девчонка из русского села. Косы я не имею, но кудри до плеча. Я многое умею, натурой горяча. Друзья меня все знают, всем пламенный привет. Спою вам на прощание свой праздничный куплет. На одном концерте нынче праздник косарей. Скосим вместе мы траву и накормим всю страну. А это молодцом! Один из конкурсов – это умение пользоваться косой. А для вас осуществить прокос длиной в 1 метр. Понятно. Участницам турнира косарей этот конкурс засчитывается в автомате. Поддерживаем! Громче! Поддерживаем, зрители! Третье место в конкурсе «Коса модель RT-2016» вручается Разумковой Юлии Владимировне номер 3, а вручает приз руководитель портал «Фермеру» и организатор этого конкурса Воложанин Алексей Евгеньевич. А всем привет! Я слышал, что вы соскучились по моему голосу, да? Отлично, друзья! Я очень рад, что состоялся этот конкурс.
Спасибо всем участникам, что приняли. И мне очень приятно поздравить вас. Поздравляю с 3-м почетным местом. Хлопаем! Второе место. Зарипова Фанзиля Ялимовна. Номер 9. Ура! Республика Башкортостан. Нашим соседям в Республике Башкортостан. А я почему-то упустил поцелуи-то. Начнем со второго места. И ваш приз. А где у нас третье-то место? Ну идите, я вас поцелую-то. Но это же прилагается к конкурсу-то. Рахмет Байрам Минен. Спасибо. Итак, друзья, первое место в конкурсе «Коса модель 2016». Кто у нас? Юношева Анастасия. Анастасии вручается отличный подарок, который называется мультиварка, и диплом. Анастасия, поздравляем вас! Надеюсь, что с этой мультиваркой вы еще будете мастериться в кулинарии. С праздником вас и ждем вас на следующий год в этом турнире и в турнире косарей.